Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас необычный такой ролик. Мы находимся на даче, на свежем воздухе. И к этому времени я уже связала Маше платье. Вот такое она в нем сейчас сидит. Вот такое красивого желтого цвета она получилась. Легкая, как раз на лето. Связала его рисунком. Здесь у нас идет листочек двойной. Чередовала просто с лицевой гладью и вязала его на круговых спицах. Состав нитки у меня. Вот. Здесь у нас реглан. На рукавах я добавила вот такие тоже листочки. В оригинале оно выглядит немножко по-другому, но я его переделала под себя. Поверни спиночка. Вот так оно. Еще повернись. Вот так оно выглядит со спины. Здесь просто лицевая гладь. Рисуночка никакого нет. Вот. Ну, в общем, вот такое платье у нас получилось. Повернись еще раз. Повернись с лицом. Вот. Чего ты мне угрожаешь? Вот такая красота у нас получилась. Рисунок тоже будет в этом ролике. Кому интересно, могут связать такое же платье. Ну, встань, пожалуйста, пусть папа встанет. На папу посмотри. Чего ты мне угрожаешь? Все, пока.